Золотые ручки против сугробов. В Златоусте на борьбу со снежной стихией вышел специализированный снегопогрузчик. Высокопроизводительная и безопасная техника с прошлой весны находилась на ремонте, а сегодня снова в строю. Лаповый снегопогрузчик вернули на городские улицы сразу после новогодних праздников. Отремонтировать уборочную машину поручили местные власти. За несколько зимних месяцев на обочинах дорог скопились огромные сугробы, иногда выше человеческого роста. С января мы эти работы максимально выполняем. И даже максимально в ночное время нам удалось вывести более 800 кубов снега. То есть за ночную смену. Это порядка около 115 самосвалов на базе КАМАЗ. Это было сделано в районе Настеньки, северо-запада, то есть спуск Карла Маркса. Это два раза мы уже убирали Карла Маркса именно вот этим снегопогрузчиком. Соответственно, убирали улицу Ковшова. Всего же благодаря отремонтированной машине уже удалось вывести более 2500 кубометров снега. В ближайшие недели золотые ручки, именно так из-за особенностей конструкции называют спецтехнику, дотянутся до улиц Ленина и Аносова. Основное преимущество лапового снегопогрузчика, отмечают специалисты, возможность непрерывной работы. Кроме того, транспортное средство и самосвалы за ним движутся прямо по снежной полосе и не мешают дорожному движению.